Память воинов-афганцев почтили сегодня в Рубежном Луганской Народной Республике. Напомню, в этом городе сейчас работает корпункт телерадиокомпании «Югра». В Рубежном, как и в других городах, в новоприсоединенных регионах проживает немало бывших солдат, принимавших в 90-е годы участие в боевых действиях на территории сопредельного государства. Они, их родные и близкие, а также простые жители собрались сегодня у памятника воинам-интернационалистам. После возложения цветов к его подножью там же состоялся небольшой митинг. Его участники отметили важность подобных мероприятий. Приемство у нас поколение было, есть и будет. Был Афганистан, был Вьетнам. Много чего всего было в нашей истории. Первая мировая война гражданская. Сейчас-то, по сути, идет гражданская война. Она закончится, мы в ней победим. Наша задача что? Строить, чтобы страна жила дальше. И, скажем так, чтобы наши дети, правнуки, у меня уже внуки есть, вот, чтобы они были уверены в нас, а мы были уверены в них. То есть воспитание сегодня выходит на первую роль. И надо работать с детьми, прежде всего, учителям, школам, нам всем. У нас много впереди дел, мы с ними справимся. Все будет хорошо.